Он умер, не приходя в сознание. Эту новость сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра. Алексей Янин находился в коме в течение 20 дней. За его жизнь боролись лучшие врачи научно-исследовательского института Склифосовского, но все оказалось тщетно. У актера сложная судьба, а уход из жизни оказался еще сложнее. К слову, Янина хоронили дважды. Впервые информация о его кончине просочилась в СМИ 2 сентября, когда его супруга опубликовала пост об этом печальном событии в социальных сетях. Но уже через несколько часов появилось опровержение новости. Однако интернет-пространство не дремлет. Известие о кончине распространилось с огромной скоростью, а мошенники из ритуальных услуг пытались нажиться на горе. Звонили супруги Янина и предлагали свою помощь. За деньги, естественно. Тогда их услуги не пригодились, но уже сегодня, 20 сентября, мама и жена начнут подготовку к похоронам актера. Ему был 41 год. Последние 8 лет актер отважно сражался за свою жизнь, пытаясь преодолеть страшнейшие последствия инсульта. Проблема сосудов беспокоила его с детства, но он отнесся к заболеванию несерьезно, освоил актерскую профессию, которая была несовместима с проблемами его здоровья. Частые перелеты негативно сказались на сосудах головного мозга, и в один день организм Алексея не выдержал. У него подрастает сын Андрей, который не успел насладиться общением со здоровым отцом. Ему пришлось видеть его практически в вегетативном состоянии. Сейчас для Алексея Янина все закончилось. Это печально, ведь актер был так молод, полон надежд и планов на будущее. Но в сердцах поклонников, неравнодушных людей, силами которых жизнь Алексея была продлена на недолгих, но все же ценных 8 лет, он навсегда останется красивым и талантливым актером. В память об актере пишите комментарии и делитесь воспоминаниями о его ролях в кино.